ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् तोजयामुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभाद्रिषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Харе Кришна, сегодня мы продолжаем изучать молитвы царицы Кунти, которые излагаются в первой песне Шримад Бхагаватам. Первая песня называется «Творение». Восьмая глава молитвы царицы Кунти. Сегодня мы читаем текст 35. Bhavesmin klishyamananam avidya kama karma bihi shravana smarana arhani karishyan iti kechana. Давайте попробуем повторим. Бхаве в материальном творении. Асмин, асмин. В этом. Этом, простите. Клишьяманам, клишьяманам, страдающих от авидья, неведения, кама, желаний, кармабихи, занятых кармической деятельностью. Шравана, слушая, смарана, помня, Арахани, поклоняясь, Каришьян, могут совершить, идти так, Кечана, другие. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданты Свами Шилурупады. Четвертые полагают, что ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которые включают в себя слушание, памятование, поклонение и так далее, чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение. Комментарий. В Шримад Бхагавадгите Господь утверждает, что Он является в каждую эпоху для того, чтобы восстановить религиозные принципы. Религию устанавливает Верховный Господь. Нельзя выдумать новый вид религии, как это модно среди некоторых амбициозных людей. Настоящая религия – это признание высшей власти Господа и спонтанное любовное служение Ему. Живое существо не может не служить, ибо оно изначально создано для этого. Единственное назначение живого существа – нести служение Господу. Господь велик, а живые существа подчинены Ему. Следовательно, долг живого существа – служить только Ему. К сожалению, пребывающие в иллюзии живые существа, движимые материальным желанием, по недоразумению становятся слугами своих чувств. Это желание называют авидьей, неведением. Побуждаемое этим желанием, живое существо строит разнообразные планы, цель которых – получение материальных наслаждений, основанных на извращенной половой жизни. Так оно запутывается в круговороте рождения и смерти под присмотром Верховного Господа, получая различные тела на различных планетах.
Следовательно, пока человек не разорвет цепи этого невежества, он не может избавиться от тройственных страданий материальной жизни. Таков закон природы. Однако, Господь более милостив к страдающим живым существам, чем они сами могут предположить. И по своей беспричинной милости Он приходит к ним и восстанавливает принципы преданного служения, включающие в себя слушание, повторение, памятование, служение, поклонение, молитвы, сотрудничество и вручение себя Ему. Соблюдение всех этих принципов или хотя бы одного из них может помочь обусловленной душе выпутаться из сети неведения и избавиться от всех материальных страданий, которые живое существо, введенное в заблуждение внешней энергией, создает собственными руками. Эту особую милость живым существам дает Господь, явившийся как Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Омагьяна тимиранда сия гьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гуравэ намаха шри чайтанья манубиштам стапитам яна бхутале сваям рупакада махьям дадати свападантикам. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримате бхактивиданта свамините намине. Намасте сарасвате деве гауравани прачарине нирвишеша шуньяваде паштятьядеша тарине. Ванча каупатарубьяшча крипа синдубе эйвача патитанам паваныбьо вайшнавэбьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Снова стих. Бхаве смин клишьяманам авидья кама карма бихи шравана смаранархани каришьян ити кечана. Четвертые полагают, что ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которое включает в себя слушание, памятование, поклонение и так далее, чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение. Так Кунти Махарани продолжает перечислять причины появления Господа в этом материальном мире. Как мы вчера уже отметили, ссылаясь на Шилварупаду, в принципе, в конце концов, Господь является для того, потому что Он сам хочет, и для того, чтобы испытать особое наслаждение. Он является Ананда Майо Бьясад, Он исполнен трансцендентного блаженства. И единственная причина, для чего он что-то делает, включая то, что он делает в материальном мире, это потому, что он наслаждается. Вот. Он не вынужден, не понукаем никем, он ни с кем не связал себя договором, и теперь он вынужден это делать, потому что подпись поставил. Нет, он делает это потому, что это приносит ему наслаждение. Любая деятельность, которую начинает делать Господь, и делает, продолжает делать, это приносит ему наслаждение. И тем не менее, попутно, для того, чтобы испытывать это наслаждение, попутно Господь выполняет определенные практические задачи. То есть это не просто вот, как вот на улице мы можем видеть, в каких-нибудь больших городах, на какой-нибудь Арбате или там еще, где много людей ходит, какой-нибудь человек или группа людей выходит и начинает просто забавляться. Там, либо кривляются, либо там танцуют, либо еще какое-то представление разыгрывают. Просто им весело, и вот они так вот оттягиваются. Но пользы практически это никакой не несет. Нет, Господь действует таким образом, что Он, наслаждаясь, при этом делает все очень взвешенно, очень полезно. При этом он дает высший пример другим живым существам, вот как поступать здесь в материальном мире. Например, являясь как царь Двараки, он являет пример совершенного царя, равно как и когда Господь явился как Господь Рамачандра,
До сих пор, Шрила Прабхупада вспоминает, до сих пор люди, политики в Индии хотят создать, то есть вспоминают идеальное правление Господа, как Рама-Раджью, то есть они пытаются воссоздать вот такую идеальную жизнь под руководством идеального царя, но почему-то они хотят Раджью, Рама, вот это царство, где все хорошо, но не хотят самого Господа Рамы. То есть хотят наслаждаться богатствами и заслугами Господа, но при этом без Бога. Вот. Но Господь является в материальный мир для того, чтобы попутно выполнить очень много задач, которые Он совершенным образом совершенным образом выполняет. Парасья Шактир Вивидаева Шруяте Свабавики Балакрия Ча. То есть Он действует таким образом, что все функции выполняет его разнообразные энергии, парасия шактер, высшие энергии. Вот, и они проявляют вот этот свабавики, крия, бала, гена, бала, крия, ча. Вот, они проявляют знания, различные виды деятельности, и события происходят, проявляют различные могущества, силы. Все это по велению Господа, по его желанию. И в этом стихе Кунти Махарани описывает еще одну причину, которую попутно выполняет Господь. Это восстанавливая принципы преданного служения, принципы бхакти, вот, он делает это для того, чтобы обусловленные души могли получить освобождение, воспользовавшись этим методом. И каково положение этих обусловленных душ? Они испытывают тройственные страдания, испытывают материальные муки. Здесь Кунти Махарани использует слово клишьямаананам, значит страдающие. Клишьямаананам от слова клеша. Есть адиатмика клеша, адхибаутика клеша, адхидаевика клеша. Различные и разнообразные виды страданий в каждой из этих категорий. Вот. Мы обеспокоены своим телом или своим умом, разные болезни. Болезней очень много бывает. Там врачи пишут целые большие справочники, целые энциклопедии медицинские. Разные виды болезней, разных подкатегорий болезней, разные стадии болезней. Как одна болезнь, если запустить, переходит в другую. Огромное количество видов страданий, просто связанных с грубым телом. Вот. Есть еще болезни, связанные с тонким телом, психическим состоянием. Вот. Есть разные виды психических расстройств, начиная от легких таких эмоциональной утомленности и так далее. И все это в итоге вплоть до того, что человек просто ведет себя очень неадекватно, не отдает себе отчет, кто он и что он делает, либо просто совершенно находится в невежестве, типа олигофрении, дебилизма и так далее, то есть медицинские термины. Вот. Очень много видов, способов того, как страдать от адьятмика клеши. Вот. Огромное количество. Адхибаутика клеши. Адхибаутика – это страдания, которые приносят другие живые существа. И существует 8 400 000 форм жизни. Соответственно, даже по этой составляющей можно вычислить, сколько видов страданий мы можем испытать от других живых существ. А еще же в каждой из этих категорий есть много представителей. Вот, поэтому, там, допустим, мы попадем в лес, и не один единственный комар нас куснет, а много комаров. Особенно где-нибудь в тайге, в какой-нибудь Якутии летом. Наконец, долгожданное лето. Лето ярким солнышком согрето, да? Но не так-то просто. Это яркое солнышко согревает не только нас, но и разных других живых существ, которые быстро хотят отъесться, потому что там очень долгая зима, вот, мороз и солнце. Вот, но, вот, и они вынуждены спать, они в таком анабиозе находятся, голодают, и наконец там пару месяцев тепла, они скорее бросаются на всех, чтобы напиться крови. Вот, иногда можно на интернете увидеть фотографии, когда вот просто руку так выставляешь, и она
полностью покрыта комарами, которые жадно пьют кровь. То есть даже в одной форме жизни очень много живых существ, которые могут нам причинять страдания. Допустим, едем в автобусе, один человек наступил на ногу, ну, пересаживаемся на другой, найдутся другие, кто также это может сделать. Вот. Очень много, большое разнообразие страданий. И Адхидайвика Клеша, страдания, которые приносят внешние силы, материальные энергии, вот, погодные условия, сезонные изменения, слишком жарко, слишком холодно. Прохладно, но начинает ветер дуть и воспринимается как очень холодно, да? И так далее. Вот. Разные потопы, засухи, ураганы, смерчи, наводнения. Большое разнообразие, как можно страдать внешними силами. Плюс, если это еще соединяется с другими видами клеш, допустим, человек, вата-конституция, да, повышенный, он худой, кожа сохнет обычно у таких людей. И, соответственно, когда дует ветер, он не просто страдает от ветра, что ему холодно, так еще и от того, что повышается сильно вата, еще от тела страдает сильнее. То есть так вот мы можем перечислять того, как живое существо страдает индивидуально от каждого вида клеш и еще от комбинации. Комбинаций может быть очень много. 3 помножить на 3 – 9, потом еще помножить на 3 – 27 и так далее. Огромное количество, помноженное на разные виды и подвиды и живых существ, и видов страданий и так далее. То есть живые существа – это неоспоримый факт, они страдают. Вот таково положение живого существа в материальном мире. И Кришна прекрасно это знает. Вот. Он это знает, поэтому он великодушно, как здесь в комментарии говорится. Однако Господь более милостив к страдающим живым существам, чем они могут предположить. Мы можем думать, ну, наверное, Господь действительно милостив. Но мы можем даже не догадываемся, насколько Он милостив. Даже в принципе не можем себе представить. Вот, потому что Ананта-шеша описывается. Ананта-шеша. Он занят тем, что вот ананта значит ан-анта, не имеющим конца. Огромное количество клубоков, вот этот трансцендентный божественный змей в такой форме Господь предстает. И все его трансцендентные рты заняты тем, что они прославляют одновременно всевозможные качества, деяния, возвышенное положение Господа. И Господь в такой форме продолжает и продолжает, и конца и края нет. То есть всякий раз, когда казалось бы, трансцендентный Господь, который все может, да, и, как сказать, все наконец описал, последнюю страницу закончено, форзац перевернули, точнее, последнюю страницу. И, ну, Господь увеличивает свои деяния, Он продолжает увеличивать свои деяния, увеличивать свое могущество, свои достоинства, и опять есть повод прославить Господа. Вот. Это материалисты иногда думают, что они такой хитрый вопрос задают. А Бог может создать камень, который Он же сам не может поднять? Да? И здесь якобы такая логическая ловушка, что если Он не может такой камень создать, значит, что Он за Бог, значит, Он не всемогущий. А если не может, то есть если бы создал, то если не может поднять, что же Он за Бог такой? Вот. Они думают, что вот таким образом они поставят Бога в неловкое положение. Но они не знают, что качество Господа постоянно увеличивается. Он создаст такой камень, и поскольку его качество увеличивается, что пусть даже он не мог, а теперь он может. Вот. Дело в том, что камень – это мертвая материя, которая не увеличивает свои качества, она остается в статическом состоянии. Поэтому пусть даже что-то и не может, Господь может это сделать для своего трансцендентного наслаждения. Дескать, поставить якобы себя в положение, что ему чего-то трудно якобы, ему якобы нужно усилия прилагать. Ну, даже таким Господь может наслаждаться, почему бы и нет. Он делает все, что хочет. А потом он увеличился в качествах, в способности что-то поднимать. И может теперь это сделать. Таким образом, мы не можем вообразить себе, насколько Господь милостив. В принципе, не способны.
И одно из проявлений Его милости является то, что Господь является в этот материальный мир, чтобы избавить живых существ от вот этих страданий, клиш-яма-ананам, которые переполнены всевозможных страданий. Здесь касательно клиш-яма-ананам, Шрила Прабхупада в лекции, которую он давал в Лос-Анджелесе по этому стиху, 35 стих, 8 главы первой песни Шримад-Бхагаватам, на лекцию он давал 27 апреля 1973 года в Лос-Анджелесе. Вот, он отмечает, что мы сами создали себе эти ненужные проблемы. Вот. Это желание самого живого существа создать себе ненужные проблемы. Находясь здесь в материальном природе, из-за этого, в первую очередь, как мы создаем себе ненужные проблемы, мы для достижения своих материальных желаний мы вынуждены работать. Вот, такова природа материального мира. Матчитах сарвадурга нимат прасада таришьяси адхачетва маханкара нашрашьяси винакшьяси. Кришна говорит в 18 главе Бхагавад-гиты. Матчитах сарвадургани, сарвадургани, все препятствия, все трудности в материальном мире ты сможешь с легкостью преодолеть, если матчитах будешь находиться в сознании меня, в сознании Кришны. Матчита мадгата прана, бодхаянтах параспарам, катхаянтах чимам нитям, тушьянти ча романтича. Вот, таково положение чистых преданных. Вот. Им не нужно преодолевать даже сарвадургани, все препятствия. Они находятся, матчита, находятся в сознании Кришны. Матчита мадгата прана, они посвятили свою жизнь преданному служению Господу. Гата, гати, значит путь, конечная цель, да? На что они направили свою жизнь. Они направили свою жизнь, все усилия, все, что они делают в этой жизни, для достижения единственной цели, чтобы достичь Господа. Так Кришна прославляет своих чистых преданных в Четуршлоке Бхагавад-гиты. Мадгата прана, бодхаянтах параспарам. Вот, и они не живут где-то в одиночестве, да, и каждый своим делом занят. Бодхаянтах параспарам, значит, друг другу. Это означает, что они собираются в общество, в общины, встречаются друг с другом, и бодхаянтах параспарам, они делятся, они проповедуют друг другу. Бодха от слова будхи, они делятся своим пониманием того, как нужно служить Кришне, какой замечательный Кришна, делятся своим реализацией, пониманием. Параспарам, друг другу, по очереди. В нашей ситуации это выглядит, допустим, в рамках храма. Один дает класс, другие слушают, потом на следующий день другой дает класс, первый, кто до этого давал, теперь в роли слушателя. Вот. Даже просто встречаясь, преданные просто делятся своим духовным пониманием, вдохновляют друг друга на преданное служение. Допустим, даже если они практически что-то делают на кухне, да, они в это время не проджалпят, не рассказывают, там, какой они фильм посмотрели или по какой акции что можно купить. Ой, а я на рынке такое купила, девочки, там, ну и так далее, да. Это не делятся своим пониманием. Вот я прочитал, допустим, такую-то шлоку, и мне такое понимание пришло, что вот эта шлока как раз-таки доказывает правоту вот этого утверждения Шрилы Прабхупады и разбивает вот эти псевдоутверждения так называемых, то есть людей, которые мнят себя представителями Бога, представителями парампары и так далее. То есть мы делимся таким образом. Вот хаянтах параспарам. Катхаянташ чимам нитям. Нитям. Всегда. Беседуют обо мне. Не о политике, не о каких-то там, кто там меня обидел. Преданный даже не переживает об этом. Кто там его обидел, что ему что там сказал. Сказал, потом удалил. Вообще не переживают, в принципе. Вот. Катхаянта с чимам нитям. Они всегда заняты прославлением Кришны. Вот. И какой результат это, такой образ жизни дает? Тушьянтича, романтича. Две вещи. Тушти – удовлетворение. Полностью удовлетворены. Им не нужно стремиться ни на что другое. Они просто этой одной деятельностью удовлетворены. Им не нужно ни работать, ни доказывать,
что они состоятельны, состоялись в этом мире, да, бросая пыль в глаза другим людям, хвастаться. Вот посмотрите на фоточку мою, да, как вот я чего достиг, какой я сильный, или где я отдыхаю, или я, у меня еще фигура ого-го до сих пор. Им это не нужно вообще в принципе. Они удовлетворены одним преданным служением. Просто тем, что они прославляют Кришну и вдохновляют друг друга на преданное служение. Тушти, удовлетворение. И романти, счастье. Они испытывают большое счастье от этого. Вот. Это радостный процесс. Да? Постижение его радостно. Да? Парамам и дамуттамам, протягшего гамам дармям, сусукхам картумавиям. Это процесс сусукхам, не просто сукхам счастья, а сусукхам, необычайно дается счастье. То есть ничто не сравнится. Вот такой простой образ жизни преданные ведут. Очень простой. Вот. И Шилпада говорит, что мы, по сути дела, ничего не делаем. Вот. Такого, что мы по меркам материалистов, да, они, которые тяжело трудятся, они ходят на работу, они там переживают, мне что-то не хватает, чтобы в грязь-то лицом не надо ударить. Вон у соседей как, нам тоже нужно, и им приходится подтягиваться до этого стандарта. Тяжело трудиться у неблагодарного начальника, который их шпыняет, и они постоянно в стрессе. Преданным так не нужно трудиться. Вот, но они просто видимым для материалистов образом, танцуя и воспевая на улицах, и распространяя духовную литературу, проповедуя, а Кришна им все посылает. Кришна им все посылает настолько, Шилпада говорит, многократно в разных лекциях он этот же момент отмечает, что мы покупаем большие здания, и наши соседи, материалисты, не могут понять, откуда у этих людей деньги, откуда. Они ничего не делают, они нигде не работают. Вот. Это мы, клиши ямана нам, мы тяжело через эти клеши проходим, мы трудимся. Вот одного этого начальника вообще уже не хочу вспоминать, да? А другие там виды страданий. А как они, откуда у них эти деньги? Кришна посылает. Потому что преданные выполняют санкиртана яги. Именно в совершении яги приходит все необходимое. Аннадбаванти бутани парджанян анна самбаваха, ягьядбавати парджанио, ягья карма самудбаваха. Все живые существа питаются злаками. Аннад. Анна значит злаки. Пища, злаки. Анна. В Бенгалии так называют рис. Анна. Так сказать. Дай мне риса больше. Вот. Когда вот раздают просад. Анна. Вот. И аннад бхаванти бхутани. Все живые существа питаются злаками, либо питаются теми, кто питаются злаками, да, плотоядные. Но в любом случае, если первые не поедят, то и вторым пищи тоже не будет. Вот. Все зависит от злаков. А злаки парджанья танна самбавага. Злаки произрастают благодаря выпадению осадков. Парджанья значит дождь. Парджанья Махарадж — это имя Индры. Да. Он повелитель дождей. Ягьядбавати парджаньо, но осадки, необходимые для того, чтобы пища появилась, происходят из совершения яги. Яги. Ягья карма самудбаваха. А яги основана на том, что все люди выполняют свои предписанные обязанности. Она на этой основе возникает. Не вздорно. Так вот, яги от бхавати парджанио. Яги благодаря яге появляются вот все необходимое для жизни, в частности дожди, и, соответственно, появляется пища. И преданные они не совершают вот эти ашваметха яги, разные огнихотры, они занимаются санкиртаной яги. Но это тоже яги, авторитетная яги. Ягьяй санкиртана прая яджанти хи сумедасага. Сумедаса, значит, они очень разумные. Медха, значит, разум, а сумеда – это необычайно разумные. Так вот, такой яги, санкиртан яги, занимаются самые разумные люди.
выходят на санкиртуна, распространяют книги, выходят на улицу и воспевают святые имена, чтобы принести благо другим людям, даже невзирая на то, что их как-то критикуют, им кривят лицо, глядя на преданных, ну, в невежестве кривят, не понимают, что тем просто даже обращая свой взор и слух на этих кришнаитов, все равно человек получает благо, потому что он слышит святые имена. Вот. И в первую очередь для самих себя, вот эти сумеда-сага люди, они принимают участие в ягьях санкиртана-праяй, санкиртана-яги. Вот. И тогда все у них, по милости Господа, по тому устройству, которое он заложил здесь в материальном мире, яги, которая необходима для кали-юги, которая приносит даже материальным образом все необходимое, это санкиртана-яги. И поэтому преданные не страдают. Вот они не проходят через вот эти клеши, клишья-мананам. Они не среди вот этих людей, которые вынуждены страдать. Вот. Этим занимаются вынуждены испытывать на себе вот эти материалисты, которые не подчиняются законам Бога. Вот. И поэтому они, полагаясь чисто на свои усилия, они не хотят действовать по инструкции, по эксплуатации этого мира. Они пытаются сами нажимать по-другому как-то кнопки и по-другому это использовать, да? Вот этот большой прибор, механизм, называемый материальный мир. И поэтому они получают не то, что ожидали, и иногда даже и не получают ничего, вынуждены просто страдать. Вот. И такова природа материального мира, что находясь в этом мире, здесь Кунти Махарани называют «бхаве» – самое первое слово, материальное творение. «Бхава» значит «становиться», «бхавати», «бхавати» – «становиться кем-то или чем-то». И вот здесь, в материальном мире, мы становимся кем-то или чем-то, какую-то роль играем, и становимся из жизни в жизнь, и снова становимся. То есть «бхава» – короткая «а», не «бхава», то есть, что называется, седьмая стадия развития премы, да, бхава, предшествует преме, а короткая бхава. Вот. Это материальное существование. И материальное существование сопряжено с тем, что здесь все должны тяжело трудиться, как мы говорили. Подобно тюрьме, да, Шилпада, вот лекция, которую он давал вот в Лос-Анджелесе, выше упомянутой, он отмечает, что здесь все должны трудиться, подобно тому, как в тюрьме. Да? В тюрьме вот этих заключенных используют для вот этих так называемых бесплатных работ. Да? Они там тяжело трудятся. Вот в 30-е годы прошлого столетия в Советском Союзе вот этих заключенных, ну и до конца, в принципе, существования Советского Союза, использовали на вот этих принудительных работах. Они там и каналы разные рыли, Беломорканал, там и разные другие каналы, что-то там разворачивали реки вспять, какие-то заводы строили, там, в Челябинске, допустим, и многих других городах, Урала, Сибири. Вот. Вот. Вынуждены тяжело трудиться. Они не то, что вот я пришел в материальный мир и типа сказать, так, где тут мои наслаждения? Я пришел наслаждаться, нет. Просто чтобы получить наслаждение, человек должен прикладывать усилия. Вообще любое животное, не только человек. Зайчику нужно там порыться в земле, чтобы какой-то корешок достать. Или зубами пошевелить, чтобы даже зимой кору поглодать и побегать перед этим в поисках вот эти морковки или капусты. Вот. И, соответственно, человеку. Шилпада говорит, это не то, что придя сюда, нас как зятя будет чествовать. Да? Нам не совсем понятно, о чем идет речь, но это понять можно понять, если понять реалии индийской жизни, особенно тех лет. Шилпада приводит пример, когда зять приходит домой в гости к своим тестю и теще, то, по крайней мере, в тех реалиях тесть, особенно тесть, ну и теща тоже, очень уважительно, почтительно к нему относятся, вот, чествуют его с уважением. И все ради того, чтобы
он ни в коем случае не бросал их дочь, не разводился. Вот, чисто ради этого. Конечно, нам это не понять, потому что сейчас это уже материальное общество полностью деградировано, и тещи, матери вот этих дочерей, они наоборот будут: да брось ты его, там, да, да ты еще сама, ого-го, да выйдешь еще замуж, там, и так далее, да. Но поскольку в традиционной индийской жизни, которая основана на ведической цивилизации, нет такого понятия, как развод, поэтому, чтобы этот молодой человек преждевременно не отрекся, так сказать, не решил снова стать брамачари, снова не одел шафран, вот, не решил, что он, ему уже все это больше не нужно, вот, они его, как сказать, поддерживают его самомнение тем, что они его это подпитывают, какой ты молодец, какой, ну, прославляют, так сказать. И Шилпада в этой связи, демонстрируя то, чего мы, в принципе, в материальном мире не можем ожидать, это чисто лишь вот в такой ситуации, то искусственно происходило. Есть такие кулина-браманы, вот он рассказывает свой опыт в детстве, когда он пришел в гости к своему другу, вот, и увидел, там за столом сидит такой взрослый человек, вот, и курит. И он этого человека ни разу не видел, потому что он не первый раз в гости к другу приходил. И поинтересовался, а кто это такой? И его друг рассказал: это муж моей тети. Вот. И он сейчас приехал, и моя тетя является его 64-й женой. А так вот он просто ездит так по разным местам и по очереди навещает своих жен. Вот сейчас она, так сказать, ее очередь, он ее навещает. Вот это получается, если в неделе 54 недели, то это даже меньше, чем неделя проводят с одной женой. Вот так вот в Бенгалии до сих пор, кстати, существуют такие, которые просто ездят из одного места в другое, и там, сказать, вот эта их жена живет вместе с... его жена живет вместе со своими родителями, он приезжает к ней в гости, соответственно, к нему так очень хорошо относятся, его содержат, его кормят, и потом, ну все, дорогая, до свидания, он едет к следующей дорогой. Вот так вот они содержат себя. Вот. Но в принципе, сам принцип материального мира, Шилпада здесь рассказывает, несколько раз смеясь, вот эту историю. Вот. Но сам принцип материального мира, он таков, что мы не можем ожидать, что абсолютно каждый будет здесь в таком же положении. Вот. Кто-то может быть в таком положении, но другие должны работать, чтобы обеспечивать ему такое положение. Как, например, вот тесть и теща. Они должны к приезду вот этого зятя, который... ни в коем случае не это, не обидеть его, чтобы он не развелся с нашей дочерью. Они должны и пищей запастись, и там все предоставить ему, и в дорогу что-то оплатить, билет там и так далее, чтобы на развлечения там какие-то денежки ему дать. Да. Вот, то есть кто-то должен все равно работать, кто-то должен проходить через вот эту клиш-ямана-на. Вот. А исчерпав свой запас благочестивой деятельности, такой человек, в конце концов, если он делал это, вот, не отдавая должное, вот, не совершая яги, яги артхат кармано ниатара локо ям карма банданага, тадартхам карма каунтея мукта санга самачара. То есть вся любая деятельность должна совершаться как подношение Верховному Господу, иначе она станет причиной твоего рабства и страданий, говорит Кришна Арджуне. То есть если человек просто оттягивается, живет, то есть он просто исчерпывает, истощает запас своей какой-то благочестивой деятельности, в результате чего он оказался в таком вот козырном положении, такого зятя, на которого 64 семьи не могут насмотреться, ждут с нетерпением. Вот это он исчерпывает свои заслуги и в конце концов вынужден будет очень тяжело работать. Вот он, вообще каждый должен, обязан трудиться в материальном мире, это не духовный мир. Да? Это в духовном мире никто не должен работать. Да? Вот, читая описание деяний Господа во Вриндаване, мы видим, что это никакая не работа, не то, что ой, продирая глаза, он так встает, и ой, на работу надо, так не хочется, нет.
Там радостные мальчики уже из окон выглядывают, когда же Кришна наконец выйдет. Они его дожидаются с нетерпением. Мама Яшода его одевает. Господь уже в воодушевлении радостный. Вот. Ну давай быстрее, там меня уже ждут. И они радостно идут пасти коров. То есть пасти коров — это не какая-то тяжелая работа, даже по материальным меркам. Просто ходишь за коровами, они сами пасутся. Там никакой работы. То есть просто вот поэтому даже вот в русских народных сказках пастушок — это просто там играет на свирели, там что-нибудь там такое вот дело. То есть не бей лежачего, как говорится, деятельность. Вот. Ну и в принципе там чем занимаются Кришна с мальчиком пастушком? Играют там, прячутся, украшают себя разными перьями, разными красками там природными, вот, минеральными. И так далее. Всякие развлечения, садятся там позавтракать, там кормят друг друга, развлекаются. Вместо сладкого шарика Кришне цветок в рот кладут, когда он, закрыв глаз, глаза открывает рот. Открой рот, закрой глаза. Вот. То есть развлекаются. Это никакая не кальшьяманана, вот эта деятельность, пасти коров и прочие виды деятельности. Ну, подождите, а там же демоны были, это серьезные вещи, понимаю, там пасти коров и там развлекаться. Ну, Кришна тоже это играючи делает, там вот как Господь Баларам, не то что поубивал ослов, он взял их и раскидал на макушке пальм, чтобы так красиво выглядело, они как облака такие серые выглядело, описывается. Господь развлекается, ему это очень приятно, вот, показывать свою такую доблесть. Все это играючи Господь делает, это развлечение, это никакая не клише манана. То есть вот таков духовный мир. И это от того, это то, от чего мы отказались по своей глупости. Сейчас мы вынуждены тяжело трудиться. Вот. Даже вот, казалось бы, можем занять положение президента, там, какого-то начальника, царя даже. Но каждый из них должен тяжело трудиться. Вот. Президент должен доказывать, что да, не зря меня выбрали. Вот я должен все эти проблемы разбирать, там, не спать даже иногда. Вот если посмотреть на этих вот, тут же Барак Обама, 8 лет президентствовал, а самая первая его фотография, когда он только предвыборными вот этой, как сказать, деятельностью занимался, он такой бодренький, живенький, а через несколько лет он уже седой. Он уже такое, лицо у него такое посерело чуть-чуть. Ну, хотя на темной коже это так тяжело понять. Но в смысле, как будто бы обветрившаяся земля такая, которая нету, так сказать, крови с молоком на лице. Вот. То есть очень сильно утомляет. Даже, казалось бы, такое положение, когда тебя все чествуют, тебя все готовое, тебе готовят, кормят там и так далее, везде возят. Но это большой стресс, даже вот в таком положении. Вот. Каждый должен работать, обязан трудиться. Клишья манана. Вот. Но бхакти — это вообще не работа, говорит Шилрупада. Она выглядит как работа, но это очень такая, по сравнению с этим тяжелым трудом, который занимаются материалисты, на двух, на трех работах, чтобы выполнить вот эти вот желания, которые они сами себе создали. Вот. Они вынуждены тяжело работать. Бхакти – это выглядит работой, потому что мы практикуем, мы что-то делаем. Мы встаем, мы куда-то идем, мы готовим для Господа. Но это делается с радостью. Это делается с радостью, с наслаждением. Просто повторяя святые имена, мы делаем это с наслаждением. Шилпад многократно приводит вот этот пример, что мы можем повторять мистер Джон, Джон, Джон. Но в конце концов утомимся. Я сам, кстати, помню, в детском садике мне было 5 лет, помню, еду в автобусе, штанга, по-моему, повторял. Штанга, штанга. Мне так надоело, язык чуть не вывалился. Вот. Я это вот, читая вот эти вот примеры, я вспоминал свой пример. Действительно, это так. Это очень утомительно повторять какой-то материальный звук. Но когда мы повторяем святые имена Господа, мы можем часами петь Хари Кришну. Вот. Главное, чтобы не отказывало это тело. Да? 2 часа прошло, как нечего делать. Когда мы поем, когда мы прославляем Кришну, когда мы обсуждаем философию, по 2 часа лекции не проблема вообще. Когда вот действительно, особенно если мы стараемся повторять то, что говорит Ачарья, то, что говорит Кришна, не проблема прославлять Господа, прославлять процесс преданного служения.
То есть это даже и не работой-то нельзя назвать. Выходим на улицу, казалось бы, мы ходим там и так далее, но это же радостный процесс. Мы поем Харе Кришна, нам весело, мы с наслаждением поем Харе Кришна, или мы распространяем книги людям. Это такой радостный процесс. Мы даем им трансцендентное знание. И некоторые из них, они радуются, они благодарят даже. Да, это то, что я искал, где вас встретить. Мы чувствуем, Боже мой, какое благо приношу этим людям. Ну что это за работа? Это даже не работа, это вообще развлечение. Вот. Кришна великодушно, явившись как Чайтанья Махапрабху, дал нам такую деятельность, которой мы, казалось бы, трудимся, которая, казалось бы, содержим себя, вот эти большие здания, которые мы купили, которые материалисты не могут понять, откуда у них столько денег. А мы делаем это играючи и радостно. И всего лишь все, что нужно, это просто выполнять, что нас просят ачарьи, потому что сами мы не можем понять, что нам нужно. Мы уже столько много всего пытались сделать, сами решая, что нам нужно, но всякий раз терпели неудачу. Теперь хотя бы в этой жизни делать то, что просит от нас Шрила Прабхупада, то, что просит Господь Чайтанья Махапрабху и его представители ачарьи, что нас просят делать Кришны и великие махаджаны. Просто вот это делать, и мы увидим, как жизнь просто даже физически, материально становится легче и проще. Я это точно лично ощутил на себе, и у кого не спрашивал, все то же самое говорят. Было очень тяжело до сознания Кришны. Пришел сознание Кришны, жизнь полностью поменялась. Но это действительно так. Это объясняет Шрила Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синду. Первое качество чистого преданного служения, всего 6 качеств, да, характеристики. И первые две – это клеша огни, вот это клеша снова, да, все эти страдания, огни, они сжигаются. Преданный уже значительно меньше чувствует разных страданий. И если какое-то страдание Кришна и оставляет, то просто для того, чтобы преданный не забывался, где он находится. Чтобы всегда помнил, что не надо здесь пытаться приспособиться. Мы должны вернуться домой назад Богу. Чисто такой символический намек такой на страдание. Да и преданный уже не страдает. Вот, потому что он уже не отождествляет себя ни с грубым, ни с тонким телом. Да? Вот. Дживан мукта сучаты. Ихая сия харир досе, карма намана сагира, никила свапела стасу, дживан мукта сучаты. Тот, кто занят в преданном служении Господу, деятельностью кармана, манаса в уме и гера, речью, тот никила свапьявастасу, хоть и находится в материальном теле, дживан муктасу учит, и уже освобожден. Освобожден, значит, на него уже никак не влияет вот эти материальный мир. Он не испытывает, он как душа уже не испытывает ни страдания, ни материального счастья. Вот он не переживает. Преданный даже и не страдает толком. Вот. Даже если он как-то так обратит внимание, что да, тело страдает, но он понимает, ну, Господи, это то, что я заслужил. Вообще Кришна так милостив, что дал мне самое чуть-чуть из того, что я вообще заслужил. Вообще я большой грешник. Столько всего наделал даже в этой еще жизни. Поэтому никаких страданий, никакой клишья мананам. И бхакти – это даже и не работа, а такая радостная деятельность. Почему же возникает такое положение, когда живое существо все-таки вынуждено страдать и вынуждено испытывать на себе вот эти тройственные страдания, вынуждено работать, вот, и его понукаемое тремя гунами материальной природы. Об этом Джагадананда Пандит говорит в Прима Виварте. Шилпад очень часто цитирует этот стих. Кришна бахирму кахана бога ванчакаре, никатаста мая таре джапати адхаре. Как только живое существо отворачивается от Кришны, то оно тут же оказывается во власти материальной энергии, начинает страдать. Вот просто одно отношение к Кришне, по отношению к нему, я от него отворачиваюсь, а другая существует только лишь одна единственная альтернатива – оказаться во власти майя. Вот. И джапатия дхара означает «обнимает». Майя обнимает живое существо. То есть живое существо при этом не понимает, что оно уже оказалось во власти. Не то, что, как сказать, как вот электрический ток, только чуть-чуть прикоснулся и сильный удар. Нет, это не так происходит. Живое существо, человек, допустим, оказавшись в майе, он даже не понимает,
что ну, он уже оказался, он кажет, ну как, я, у меня все хорошо до сих пор, да, я точно так же умею читать, считать, писать, говорить могу, даже какие-то умные мысли, как мне кажется, могу сказать. Но вот это свойство мое. Аваранатмика и пракшипатмика. Она покрывает сначала сознание живого существа, и оно уже перестает отдавать о себе отчет, что происходит. И под это дело, когда оно уже перестает отдавать себе отчет, пракшипатмика стягивает вниз. И в итоге живое существо обнаружит себя, что я уже в каких-то странных телах нахожусь. Навозный червь, свинья и так далее. Вот, вот так вот. Джапати Ядара. Вот это вот цена вот этого объятия майи. Вот. Вот. И это происходит из-за невежества. Вот. Это проявление невежества. Живое существо оказывается в этом невежестве. Авидья кама карма бхи, говорит Кунти Махарани. Авидья. Вот. Вот это материальный мир, материальная жизнь, она основана на том, что живое существо забывает о Кришне. Вот. Как следствие, оно вынуждено страдать. Шилпада приводит пример, что вот даже вот некоторые из его учеников, сам рассказывает, некоторые из моих учеников, они думают, почему я должен работать на эту миссию движения сознания Кришны? Дай-ка я уйду. Вот. Он уходит, ну а что с ним происходит? Что он, дескать, в лучшем положении оказался? Вот. Вместо этого он становится каким-то рабочим, опять тяжело трудится. Вот. И говорит, до этого, вот Шилпада так и говорит, вместо того, чтобы его чествовали, его к нему с уважением относились, как к брамачари, как к саньяси, а саньяси уважают, он просто начинает работать там где-то. Вот, например, в 98 году одним там саньяси, вот, гуру, он просто пал, вот так произошло. Вот. А сейчас он где-то там в Америке, в Алачуа, просто сочиняет песни в каких-то кафе, насколько я слышал, для карми поет, так себя поддерживает. Вот. А до этого, служа Кришне, у него было все хорошо, было много последователей, его там возили, его там пожертвования давали. Просто не захотел быть в движении. Вот. Ну, конечно, это не означает, что мы теперь все, любой ценой должны оставаться в движении, потому что это такая кормушка. Ни в коем случае. Кришна, он самый лучший во всех качествах. Если мы хотим обхитрить Кришну, «Еядхамам прападьянте там статхайва баджамьягам», как человек, с каким настроением, с каким подходом вручает себе мне, именно таким же настроением, таким же подходом я и отвечаю ему взаимностью. Если мы искренне вручаем себя Кришне, предавая себя полностью в надежде «Кришна, помоги», Кришна великодушно отвечает именно таким образом: «Да, я тебе помогу, я тебя смогу защитить от всех бед и опасностей». Как слон Гаджендра сорвал цветок лотоса и хоботом и вознес Господу, предлагая ему и прося защиты. Господь тут же вмешался и Сударшан Чакра убил вот этого крокодила. Но если мы думаем, что мы обхитрим Кришну, я буду в твоем движении жить, но дивиденды из этого сосать, да, то Кришна ответит взаимностью. Он обхитрит такого человека. Мы хотим обхитрить Кришну, но Кришна, отвечая взаимностью, еще сильнее нас перехитрит. Да? Он самый лучший во всех качествах, в том числе и в способности перехитрить. Причем так обхитрит, что мы до последнего момента и можем продолжать никогда не понять, что нас уже давно-давно обхитрили. Что мы уже давно в мае находимся, в иллюзии. Что мы уже никакие не преданные. Мы просто числимся преданными, пытаясь сосать какие-то дивиденды из того, что должно быть направлено на служение миссии Господа. Вот. И потом мы удивляемся, почему нас критикуют, нельзя старших критиковать. Да? Ни в коем случае это апаратха, это оскорбление. Начинаем какую-то новую философию выдумывать. Вот эту страшилку про аппаратхи, про оскорбление преданных. Обычно, когда те, кто очень сильно распространяет эту философию, они обычно чаще всего имеют в виду себя. Ну, либо того, за счет которого они занимают высокое положение. Моего гуру. Мой гуру велик, и я, как сказать, купаюсь в лучах его славы. Поэтому, если вдруг я признаю, что мой гуру невелик, если вдруг его оскорбляют, да, то получается, я должен признать, что я глупец,
выбрал такого гуру. Да? И, соответственно, это удар по моей репутации. Нет, я всеми силами буду отстаивать своего гуру. Вот. Но каждый должен следить за тем, гуру, последователи, что они находятся в миссии Господа, в миссии Шрилы Прабхупады и строго следуют. Тогда никакой критики не будет. Нужно аюрведический подход делать, устранять причину, а не бороться со следствиями. То есть нужно просто перестать заниматься глупостью, перестать давать повод для критики, а не, как сказать, применять мазь для внешнего применения, замазывать ту, другую болячку. Нужно лечить несварение, допустим, которые вот эти все прыщи и фурункулы, они появляются на коже. Нужно использовать, принять самый разумный ведический подход, лечить корень болезни. То есть нужно, если уж человек пользуется вот этими благами, заслугами, находясь здесь в движении, то это подразумевает, что он должен соответствовать этому положению. Вот. Но так или иначе, Шрила Прабхупада говорит, возвращаясь назад к этим вот ученикам, которые по глупости ушли, вот они ушли, они лучшей жизни не получили. Они опять отказались от Кришны уже, не знаю, в который раз. Изначально отказ был в духовном мире, и сейчас они снова отказались, но опять вынуждены клишьямана нам просто страдать. Вот. И вместо такого возвышенного положения, которое почитали, они вынуждены работать, если там разобиделись, да, на Кришну, на преданных. Вот. Поэтому мы никогда не уходим, не должны уходить от Шрилы Прабхупады, не должны никогда уходить от ИСККОН, чтобы с нами не происходило, как бы даже нас не пытались выставить как изгоями и так далее. Нет, мы всегда будем с Шрилой Прабхупадой. Мы всегда будем в ИСККОНе. Не надейтесь. Вот. Авидья кама. Кама означает материальное желание. Желание удовлетворить свои материальные желания. В Читание Чаритамрити Кришнадас Кавирадж Госвами описывает: «Кама према донхакара вибина лакшан, лауха арахема яйчи сварупе вилакшан». Вожделение и любовь также отличаются друг от друга, как железо и золото. То есть кама – это вожделение, желание удовлетворять себя. И это же говорит, это Читание Чаритамрита Аделила 4.164. И в следующем стихе: Атмендрия прити ванчатаре баликама, Кришнендрия прити ичхадаре према нама. Желание удовлетворять собственные чувства именуется камой, вожделением. А желание услаждать чувства Господа Кришны называется премой, чистой любовью. Вот, в зависимости от того, какое же, чьи чувства мы хотим удовлетворять. Если свои чувства, то это кама, а если действие желаем удовлетворить чувства Кришны, то это према. Вопрос в том, что мы должны знать, как удовлетворять чувства Кришны, а не выдумывать свои собственные методы преданного служения, методы проповеди, время, место и обстоятельства и разные виды юкта-вайрагий и так далее. Вот. Мы должны просто узнать из священных писаний, что является правильным способом удовлетворять чувства Кришны. Хришикена, Хришикеша, Севанам Бхакти Ручете. То есть бхакти – это удовлетворение, вовлечение чувств, служение повелителю чувств, Ришикеши. Вот это и есть бхакти. То есть кама и према, они отличаются друг от друга. Кришнадас Кавирадж продолжает. Камера татпарья ниджа самбога кевал, Кришна сука татпарья матра премата прабал. Вожделение толкает к удовлетворению собственных чувств. А любовь вдохновляет дарить наслаждение Господу Кришне, поэтому она таит в себе огромную силу. Прабал, очень огромная сила в преме. И дальше. Атаева кама преме бахута антар, кама андатама према нирмала бхаскар. Поэтому между вожделением и любовью есть огромная разница. Вожделение подобно непроглядной тьме, а любовь яркому солнцу. Вот. Такие определения дает Кришнадас Кавирадж Госвами на страницах Читания Чаритамрити. И
Здесь все, почему мы вынуждены так тяжело работать, это цена для удовлетворения своей камы вожделения. Даже если взять классический пример, что такое кама вожделение в смысле половое вожделение, здесь тоже очень приходится тяжело поработать. Вот. Нужно пойти куда-то, с кем-то познакомиться, постараться понравиться. А чтобы понравиться, нужно хорошо выглядеть. Чистая одежда, начищенные ботинки. Это я роль мужчины описываю. То же самое можно и про женскую роль описывать. Ну, допустим, чтобы не выглядело, как я иронизирую про женщин, я буду про мужчин рассказывать. Начищенные ботинки, красивые, опрятные, побритый, вот, чтобы приятный запах, там, лосьона, туалетной воды и так далее. Красивая стрижка, да, ногти не обкусанные обязательно должны быть. Вот. Потом еще должен уметь красиво, приятно говорить, приятным баритоном, да, таким вот вкрадчивым, вот, и так далее. Потом обязательно при деньгах должен быть, чтобы куда-то пригласить, заплатить за это, значит, какой он джентльмен, да? Что там еще? Хорошо бы, чтобы хорошая, дорогая машина была. Вот, тогда это очень впечатляет, очень сильно. Ну, если там девушка согласится прийти, чтобы дома тоже обстановочка была ого-го. Там шелковое белье желательно, чтобы приятно для тела было и так далее. Все это можно перечислять, да? Чтобы подарок был, цветы, обязательно розы, не какие-то там ромашки. Нарву цветов и подарю букет, да? Вот, где-нибудь там в поле сорван. Нет, и розы должны быть обязательно много. И там, чтобы еще знать, сколько там, какое-то число, там, 101, допустим, там, взрывает мозги. То есть много-много усилий просто для того, чтобы удовлетворить чувства. Вот, и потом, когда мужчина считает, боже мой, я потратился на это, все лишь просто для того, чтобы вот удовлетворить так чувства. И потом он забывает все это. Он, она, и все равно продолжает в подобном же стиле пытаться удовлетворять чувства, за которые они должны платить вот этими огромными усилиями. Это называется авидия. Это называется авидия. Прикладывать огромные усилия ради того, чтобы получить чуть-чуть удовлетворения. Это настоящая авидия, это большая глупость. Даже вот если применить вот эту же схему на рамке, допустим, работы, ну, в принципе, человек понимает, зачем я должен тяжело трудиться и при этом мало получать. Это несправедливо. За тяжелый труд, за опасный труд, там, вред для здоровья, я должен даже надбавку получать. Да? Вот. А я так тяжело нет, я найду себе другую работу. Но вот живое существо в рамках камы, вот, оно настолько в авиде находится, что оно даже не осознает, зачем так тяжело трудиться. Поэтому классический пример – это осел, мудга. Да? Осел настолько глуп, что он даже не возражает, когда на него накладывают какую-то там поклажу. Да? Кирпичи, песок строительный, там вот эти... Прачка, вот это белье, особенно влажное белье, да, которое еще тяжелее. До этого там он еле тащит к реке, а обратно вообще ноги дрожат. И все равно он идет, особенно если ему там морковку или пучок сена, даже если морковки нет, пучок сена перед мордой на палке так привязать. Вот, и он идет, пытается достигнуть, вот, чтобы съесть это. И так вот он тяжело трудится, и как Шилупада описывает, вечером, наконец, он может встретиться со ослицей, но у того ослицы есть такое странное качество, им надо сначала легаться, они даже, может, сами не понимают. Они обязательно должны вот легаться, причем попадая по морде этому ослу. Вот. Ну и в конце концов, там, может быть, наконец, это долгожданное состоится. И, как Шилупада потом говорит, потом этот осел развлекает себя песнями, ослиными песнями, громко крича, что по факту всего лишь беспокоит окружающий, вот эти ослиное кричание. Вот. Вот такая вот жизнь мудхи, вот. Такого живого существа, которое, оказавшись здесь, в темнице материального мира, пытается как-то себе обустроить, обставить свою жизнь,
якобы для того, чтобы наслаждаться, но у него ничего не получается. Вот это все без необходимости. Вот. А мы можем подумать, а для чего же страдать? Ведь эти же живые существа вообще-то изначально, это Мамайвам Шоджива Локе, Дживабута Санатана. Это же неотъемлемые частицы Господа. Да? Агам Биджа Прадах Пита, это Господь дающий, Отец дающий семя. То есть Он, образно говоря, зачал этих живых существ в лоне материальной природы. Это Его дети. Как же Он жестокий, ваш Бог? Почему Он такие страдания создал? Вот. Из этого возникают разные философии, что, как, например, у христиан есть принцип двойственности. Есть Бог – добро, есть дьявол – сатана, зло. Да, и они постоянно сражаются друг с другом. Вот. Ну или даже если отойти от этой философии, то почему существует в мире зло? Во-первых, зло создает само живое существо, действуя определенным образом в невежестве, и оно само вынуждено страдать. Карья карана картритве пракритим учете пуруша сукха дукана. Да, забыл этот стих. То есть 13 глава Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет, что причиной всех действий и причин карья-карана является материальная природа. Она исполняет по дозволению Господа и по желанию живого существа, если оно заслужило. Все происходит благодаря влиянию трёх материальной природы. Но Пуруша Сукха Дукана, но причиной своего счастья и страдания является само живое существо. Оно не имеет права никого другого винить, включая Бога. Но даже если теоретически мы рассмотрим этот вопрос, может быть, Бог виноват? Ну ладно, он действует, живое существо, но изначально это такой конструктор с такими вот законами, он же создал. Да? Он, значит, виноват, он же Сарва Карана Карана, он же причина всех причин. Значит, он причина и моего несчастья. Получается. Отчасти это так. Он отчасти причина нашего страдания. Но почему он это создал? Вот, необходимо понять. Для того, чтобы живое существо избавилось. Он специально помещает живое существо именно в такую ситуацию, чтобы живое существо на собственном опыте испытало, что вне, забыв Кришну, ему лучше не находиться. Вот это своего рода наказание, чтобы живое существо пришло в чувство. То есть это проявление милости. Шилпада говорит в этой лекции, в другой лекции, которую он давал в Майяпуре 15 октября 1974 года. Потому что все являются негодяями. Поэтому Кришна, поскольку все являются негодяями, он оказывает такую милость. Вот. Он устраивает таким образом, чтобы живые существа вынужденно страдали и, наконец, вернулись в свое изначальное положение. Призываю их, просто оставь все вот эту борьбу, праведную или неправедную, праведную разными видами дхармы, материальной дхармы, оправдывая свою деятельность, или тем более неправедную, адхармы. Вот. Сарва дарман прития джья мамы камшаранам раджа. Просто предайся мне, и я сам смогу тебе защитить от всех этих страданий, от всех последствий этих грехов. Да? Мы вчера цитировали вот этот стих. «Ананеш чинтаям тумам еджана парью пасате, тышам нитиаби юктанам йогакшемам махам ягам». Да? «Тышам» – те, кто нитиаби юктанам, нитя – постоянно. Нет, простите. «Ананеш чинтаям тумам» – а те, кто заняты преданным служением, «анане» – чистым преданным служением, ничего другого помимо Кришны, целиком сосредоточены на Кришне, то «Яджанах парью пасате, тышам нитиабхьюктанам», да, «нитиабхьюктанам», постоянно заняты в этом, «йога кшема магам ягам», я лично я сам даю таким преданным то, что им не достает, и сохраняю то, что они имеют. Но не это ли положение, которое самое лучшее? Вот, чем самому вот так вот пытаться выжать из материальной энергии самостоятельно. Нет, я сам докажу, что я сам могу пытаться доказать Кришне. Вот. Но ничего не получится.
материалисты, они пытаются все-таки доказать это. Есть ученые, есть философы, есть промышленники. Вот, они думают, нет, давайте вот просто создать... Мы просто неумело это делали. У нас просто раньше была палка-копалка, да? Ну, что мы там накопаем себе? Давайте просто промышленность создадим и докажем все, что все-таки вот таким образом можно наслаждаться. Да? Создадим заводы, создадим вот разные вот эти достижения науки и техники. А раньше не наслаждались. Ну, что значит раньше не наслаждались? Вот в прошлые времена, много сотен лет назад, не было вот этих заводов. Да? Ну что, люди голодали, что ли? Шрила Прабхупада спрашивает в лекции, которую он давал в Лос-Анджелесе. Нет, люди не голодали. Более того, он приводит пример. Посмотрите, какой роскошная, богатая жизнь была в том же Вриндаване. Когда жители Вриндавана, возглавляемые Нанда Махараджем, должны были отвести налоги царю Камсе. Вот, описание дается, как они погрузили на тележки там большое количество зерна, молока, молочных продуктов, сами при этом оделись очень красиво, богатые наряды там и так далее. Как они праздновали Говардана Пуджу, там, да, столько всего, огромное количество пищи были приготовлены. А это деревня, это даже не город, это деревня Вриндаван. Но люди были богатые, были удовлетворенные. У них было просто земля и корова, все, источник богатств. И природа давала все, когда человек живет в соответствии с законами Бога. То есть, и поэтому не нужно там переживать, что нам нужно какое-то особое устройство. Давайте теперь заводы создадим. Вот, сами мы не можем себе своими руками сделать, пусть машины это делают. Ничего подобного. Люди не голодали, у них было все достаточно для жизни. И дома строили руками там, и так далее. И пища была. Все это самообман вот этих людей. Вот. И если они вот живут таким образом, просто пытаются удовлетворять свои желания, даже если им удается удовлетворить какое-то желание, но какова природа этого желания? Что удовлетворив одно, живое существо тут же испытывает следующее. Не то, что... Вот, кто хочет стать миллионером, да? Ну, допустим, стал я миллионером. Так хочется больше сразу. А почему бы не миллиардером? Или десятки миллионов, там сотни миллионов хотя бы. Ну, ладно, я, в принципе, ладно, не миллиардером. Сотни миллионов пойдет. Но все равно хочется чего-то большего. Да? Вот это нескончаемое желание. Это принцип, пример приводится в Шримад-Бхагаватам, что удовлетворять материальные желания, удовлетворять каму, вожделение, это все равно, что поливать ги на огонь. От этого огонь только разгорается сильнее. Такова природа удовлетворения материальных желаний. Это невозможно сделать. Поэтому, чтобы он угас, его нужно, наоборот, не подпитывать. Вот. А наоборот, жить по принципу жизни, удовлетворенной жизни. Простая жизнь, возвышенное мышление. Научиться дисциплинировать свое сознание так, чтобы научиться быть довольным тем, что есть. Вот. А очень часто здесь, наоборот, другая картина в материальном мире, что даже какие-то желания материальные не всегда получается удовлетворять. Я пытаюсь, не получается. Пытаюсь, опять не получается. Женился на одной, разочаровался, развелся. Женился на другой, нет, но это точно будет та самая, которую всю жизнь ждал. Опять то же самое происходит. Третья, четвертая, там... У людей там 3 развода, 4 развода там есть даже, почему-то среди преданных тоже. Да. Ну и разные другие способы удовлетворения материальных желаний можно приводить, не только касательно взаимоотношения полов. Вот. В конце концов, неизбежно человек испытывает разочарование. Да ну это все. Нет, как сказать, здесь счастья, но к чему это... К какому выводу живое что приходит? Вот, оно не дай-ка я приду к Кришне, отнюдь не к этому. Оно же во виде, оно же в невежестве находится. Оно просто пытается отказаться от одного вида наслаждения чувств и пытается заняться чем-то другим. Вот, например, Шилпада приводит пример хиппи. Да? Это были там, учились там, допустим, в школах, в университетах, а потом просто увидели бессмысленность все это, бросили. Но не предались Богу самостоятельно.
Они просто стали заниматься другими видами удовлетворения чувств. Сначала они пытались, надеялись удовлетворить свои чувства таким порядочным образом, как говорится, в рамках материальной жизни, получить работу там, и так далее, как вот благочестивый человек делает. А потом они плюнули, стали просто бросились в пучину чувственных наслаждений, наркотики, секс и рок-н-ролл. Да? Вот это лозунг был 60-х, 70-х годов. Вот. Разочарованные хиппи, они разочарованы в материальной жизни. Либо, говорит, другой вид разочарования, тут в лекции в Лос-Анджелесе, которую он давал, это, как говорят вот здесь, вот в Индии, вот, она очень, очень старый тип разочарования, Шилпад называет, это стать саньяси, разочароваться и просто стать саньяси. Причем саньяси Майявады, Брама Сатьям Джаган Митхья. То есть истинным на самом деле является Брама, трансцендентная, а эта вселенная, Митхья, является ложным. Вот это леса и виноград. Вот я уже отчаялась прыгать за этим виноградом, а он зеленый, он, как сказать, он плохой, поэтому он мне не нужен. Да? Вот. То есть и то, и другое является материальным отречением, он не основан на испытывании высшем вкусе. Вот. И, по сути дела, не ведет человека к истинному духовному самосознанию. Даже если вот эти саньяси Майявади под видом духовности что-то там практикуют, но поскольку основа их влечения к духовному – это материальное разочарование, и исключительно это, они, основой не является испытание духовного вкуса, который возникает от преданного служения Господу. Парамдриштвани вартата, они не испытывают высший вкус. Поэтому их так называемое отречение имеет все равно материальные корни. Вот. И как только они испытают что какой-то материальный вкус, вдруг, наконец, появится та самая, допустим, да, или появятся благодарные люди, которые оценят мои усилия. И сразу человек, саньяси Майявади, спускается на материальный уровень, занимается половыми отношениями с той самой или с теми самыми, если таковых много. Вот. И либо начинает мирской деятельностью заниматься. Вот. Саньяси, он уже отошел от мирской деятельности. И потом вот эти саньяси открывают больницы, помогают бедным, вот, и так далее. То есть опять пытаются испытать вот эту материальную расу. Патанти адха. Они снова падают, говорят полубогим молитвам Господа. Вот, таково положение живого существа здесь в материальном мире. И поэтому Господь, как мы уже говорили, ссылаясь на комментарии Шилпады, он более милостив к страданиям, к страдающим живым существам, чем они даже могут себе предположить. Мы даже не предполагаем, насколько милостив Господь. Вот. Что он вообще дает нам? Голокаре премадана харинама санкиртана. Харинама Санкиртан, метод совместного воспевания святых имен, он прямо с Голоки снизошел. Это самое-самое драгоценное, что Господь дает. Это самое сокровенное. Это не богатство материального мира, не освобождение, не какие-то изысканные чувственные наслаждения. Чего здесь навалом? То есть, если спуститься на Билва Сваргу, на низшие райские планеты, где живут демоны, это описывается в этой песне Шримад Бхагаватам. Там все очень красиво, все очень замечательно, все сверкает, все прямо предназначено исключительно для чувственных наслаждений. Вот. Здесь навалом в материальном мире, если захотеть. Вот. Но Господь, когда Он нисходит, Он дает живым существам что-то особенно дорогое, особую милость, которую даже рамками своего вот этого лягушачьего колодца не могут измерить, что это в два раза больше, чем я испытываю, в три раза больше. Мы как с лягушачьим умом мы не сможем это понять. Даже более милостив, чем мы можем себе представить. И вот эту милость Господь дает через вот эти процессы, которые упоминает здесь Кунти Деви. Шравана Смаранархани. Через процесс слушания он дает живым существам возможность услышать о своих трансцендентных качествах, деяниях, слышать его святое имя, как минимум. Да? Смарно пометовать, помнить о том, какой замечательный Господь, какие у него удивительные игры он совершал во Вриндаване, в Двараке, в Матхуре, на поле битвы Курукшетры. Архани поклоняться ему.
Вот. Господь делает себя очень доступным в форме арчи виграхи. Мы можем прикасаться к его лотосным стопам, которым не могут приблизиться гьяни, путешествуя со скоростью ума миллионы и миллионы лет. Он делает себя доступным. Просто вот он я, пожалуйста, поклоняйся мне в такой форме. Можешь омывать меня, можешь одевать меня, украшать. Вот. Это особая милость для живого существа. Для таких вот клиш яманана, для тех, кто очень-очень сильно страдает. Вот. И Кунти Махарани прославляет Господа за его такую особую милость, которая наказывает страдающим живым существам. Хари Кришна. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Сейчас мы посмотрим онлайн, есть ли что-то. Пока вопросов нет. Почему стихия не указана на кирту? На спевание в процессе. Там всего лишь три процесса, Кунтидеви упомянула, а их девять. Тогда можно и вступиться и за другие оставшиеся пять, не только киртана. Вот. Но... Шрила Прабхупада переводит здесь слушание, памятование, поклонение и так далее. То есть подразумеваются все виды преданного служения. Они одинаковым образом приносят благо. Вот. То есть если мы хотим узнать о других видах преданного служения, которые приносят благо, то мы должны открыть седьмую песню и послушать Прахлад Махараджу, Шраванам Киртанам Вишну. Шасмарана Падасевана, вот этот стих. И чтобы не переживать, что Кунти Деви чего-то там не сказала, мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады. И он говорит, что в последнем абзаце он приходит к нам и восстанавливает принципы преданного служения, включающиеся слушание, повторение, памятование, служение, поклонение, молитвы, сотрудничество и вручение себя ему. Вот это сакьям Шрилупада переводит как сотрудничество. Не как вот быть другом, там вот похлопать его по плечу, там покататься у него на плечах там и так далее. Не это имеет в виду, а сотрудничание. Значит, действовать как друг. То есть то, что Господь хочет, настоящий друг, он помогает своему другу. Вот это... На нашем уровне это означает сотрудничество с миссией Господа. То есть, если даже Кунти Махарани что-то не сказала, то мы слышим это от ачарьев, которые раскрывают более глубоко, что подразумевалось. Да, как, например, «Атак Шри Кришна Намаади на Абавет Грахам Индриеги, Севон Мукехи Джихвадо, Своям Илас Пуратья Дага». Иногда просто в стихах сокращается, подразумевая, что за этим стоит больше. Например, «Атак Шри Кришна Нама Ади». Поэтому имя Кришны Нама и Ади и так далее, переводится «и так далее». «И так далее» это означает форма, качество и деяние. «Атак Шри Кришна Нама Ади», поэтому... А святое имя Кришны, его форма, его качество и деяния невозможно понять грубыми материальными чувствами. Сивон Мукехи Джихвадо, однако тот, кто занимается преданным служением Господу, своем вас пуратья дага. А да, значит, вот это все, оно раскрывается, все, свою трансцендентную природу. То есть это просто может быть такой формой построения стиха, что Кунти говорит одно, но подразумевает при этом еще и другое. Намекает на другое. Это, ну, обычное дело. Женщины, они когда говорят, они могут намекать на что-то еще. Это обычное такое. Даже в материальном мире.
Посмотрим, есть какие-то вопросы. Ну что же, если вопросов нет, давайте тогда закончим. Грантарат Шриман Бхагаватам Ки Джай. Шилапрабхупада Ки Джай. Самаята Гор Бхактавринда Ки Джай. Нитая Гор Примананды Хари Хари Бхо.